Вот что сказали по этому поводу руководители ключевых ведомств. Мы считаем, что меры понятные и очень своевременные, потому что сегодня очень необходима острая господдержка как потенциальной занятости и малого бизнеса, и семей с детьми, и различные меры соцподдержки. Для нас механизмы понятны, мы уже приступили совместно с отраслевыми министерствами к соответствующим расчетам, ну и находимся на постоянной связи с федеральными органами власти, мы прежде всего с Министерством финансов Российской Федерации, мы полностью готовы своевременно подготовить все документы, дать расчеты, заявки, отработать все эти средства, чтобы они максимально оперативно, в короткие сроки дошли до получателей и оказали нужную, необходимую поддержку жителям республики. Неделя выходных дней, мы полагаем, должна в первую очередь коснуться группы риска, а именно пожилых граждан. Поэтому в данной ситуации мы со своей стороны рекомендуем в первую очередь им предоставить эту неделю выходных. А что касается остальных категорий работающих граждан, здесь ждем рекомендаций Минтруда России и рекомендуем также следить за развитием ситуации. В свою очередь Минтруд Чувашии будет доводить всю оперативную информацию, поступающую с федерального уровня, до населения.